Всем здорово, дорогие друзья, меня зовут Валерий, и это легендарный War Gold Edition. Итак, мы с вами пробрались через шахты, наполненные зомби, пробрались через фабрику, наполненную сектантами, хаверитами, и вот мы с вами в тюрьме. Вот табличка, блок 1. Окей, теперь нам нужно найти Кати, ну Кати мы знаем, что он... В четвертом блоке, помимо него, нам нужно найти басатого медвежатника какого-то, баса медвежатника, мы не знаем, где он находится. И Исита попрошайку нам тоже нужно найти, потому что он нам торчит руку славы. Помимо по всему этому, нам еще надо 1000 монет. Окей, давайте мы, собственно... Находимся, собственно, в первом блоке. Бляха, звуки такие, знаешь, как будто не на тюрьму похожи, а на какую-то психиатрическую больницу с душевно больными. Так, у нас тут есть охранник. Окей, он отвернулся. Здесь, Так, а это что? Окей, эта дверь не открывается. Ладно, допустим. Так. Здесь у нас, я так понял, надо потяни идти. Ага, первая решетка. Слышь, чувак, ты баса? Ты баса или не баса? Там вообще какие-то кости. Скажи мне, ты баса или не баса? Ладно. А ты баса, не баса? Тот не баса, а ты ебаса. Ты баса? Окей, ладно. Сори, вырвалось. Так, смотри, здесь у нас открыта одна. Одна открыта, но здесь, походу, ничего нет. Одна кровища только. Ёпти мать. Ты-то откуда здесь взялся? Так, вот надо как-то, вырубить. Казармы? В смысле? А кто это меня? А кто это меня? Я не понял. Странно, интересно. Кто это меня так? Их двое? Их двое, смотри. Да? Там был ключ, я не взял ключ. Надо было просто украсть ключ. Так я не знаю, чего. Ладно. Так, он сюда пойдет или... Как они вообще ходят? Как их трой... Да кто это? Кто на месте? Уровень второй какой-то. В смысле? Это второй уровень первого блока или что это? Как? Мне нужно, убрать вот этих вот патрулирующих. Может, стоит их здесь подождать? Где я вообще? Да я вообще иду. Иди. А там я не был, смотри. Там какая-то штука деревянная. Ага. Это я вот сейчас наверх. Окей. Так, ладно, надо, Я так понял, их двое. Патруля. Я сейчас сделаю вот так. Встану здесь. Я надеюсь, тот меня не увидит, если я вот так вот сделаю сейчас. Бляха. Стой на месте. Ради создателя, откуда ты взял? Пропал. Он заметил, этого чувака. Ну ничего, скоро тебе воздаст. Бляха! Да что, босс, а? Как это сделать? Надо одного пропустить, а второго загасить. Я понял. Одного пропускаем. Второй идет.
А второго мы сейчас шлепнем. Чтоб тебя не видели. Короче, я беру тебя сюда. Так, и теперь можно, в принципе, второго загасить, да, я думаю? Где он там? А куда он пошел? Что-то я как-то так это резко делаю, бляха. Так, ладно, идешь сюда. Ну ладно. Вроде тревоги никакой не подняли. Тут смотри, казармы еще. Ну давай-ка мы сейчас от охраны избавимся. Так. Здесь у нас двое ходили. Здесь у нас ходили двое. Теперь надо избавиться от этот, который здесь. Наверху. Да нет, здесь никого. Так, стой. Мысли. Ты Баса? Так, ладно, жду. Я взял какой-то ключ. Развернись, ну. Жесть вообще просто. Звуки, я говорю, как эти, знаешь, как будто... Назови себя. Звук пропал. Так, окей. Я отвернулся. Там кости. Тут вообще никого. Погоди. Ну-кась. Так, ладно, я стою в тени. Он мне, в принципе, не должен меня увидеть. Так, а здесь ключ, наверное, зайдет, да? Ты, главное, туда вниз не падай. Фу, хорошо. Так, окей. В смысле? А, понятно. Так, окей. Я сейчас сделаю вот так. Чтобы его здесь не видели. А двери автоматически закрываются, получается. Это что за кнопка? Да вырубись! Нет, я перезагружусь. Что это за кнопка? Никогда не нажимай большие красные кнопки, окей. Так, здесь дневничок. Тюремный блок 1. Рэндалл бандит. Бичевание и принудительные работы на фабрике. 4. Дели насильник. Обваривание кипятком. А это типа наказание, да? Принудительные работы на фабрике. Да что у меня вываливается-то из уха? Принудительные работы на фабрике. Это вообще обваривание кипятком, жесть. Сеннет, головорез. Подвергнут отсечению большого пальца. Избиение палками и принудительные работы на фабрике. Как он будет работать на фабрике без одного пальца и весь избитый палками? Исид, попрошайка. Кого? Исид же нам, да, надо? Избиение палками, колесование. Умер, не перенеся справедливого наказания. Он умер! А как я его буду спасать, раз он умер? И Сид же, да, нам нужен? Так, и все, да? 9. А я так понимаю, вот это открывает решетки. Так, 9 нам нужен и Сид. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот он. Не откроется же, да? Бляха, я думал, решетка закрылась. А, череп не берется. Рука... А, он нам должен был руку славы, короче. И все. Понятно. Так, окей, Исита мы нашли, теперь нам нужен Баса и Кати. Ну, Кати понятно, он у нас в четвертом блоке. Так, я, в принципе, здесь не вижу смысла открывать вот эти вот остальные камеры.
Да, в принципе. Потому что я думаю, если я вот этих вот выпущу, они, короче, это... Ну, из-за них могут поднять тревогу, если так логически подмыслить, да? И охрана будет на стороже. Это, в принципе, я так думаю просто. Так, ну, сейчас просто посмотрим, есть тут что-нибудь, виднеется, нет? Это вообще какой-то больной, убей их всех. Так, ну, в принципе, все, здесь только одни кости. Это что здесь? Да, куда идешь? Куда ты идешь? Окей, ладно. Так, ну, в принципе, погоди, там еще была дальше проход. В первом блоке, да? Вот здесь дверь. А, это тюремный блок номер 2. Почему мне не открыть эту дверь? А, я понял, вот замок. Так, окей, пойдем в казармы сходим. Мы в первом блоке еще как бы не все посмотрели. Пойдем в казармы сгоняем. Так, казармы у нас. Вот. Это на охранника не похож вообще. Ну ладно, к черту, я его, короче, тоже сейчас оглушу. Кто там, что там говорит, оружие там что-то ничто, жажда все. Дай себе засохнуть. Так, ладно, а... У меня 7 стрел. Это плохо. У меня 7 стрел всего. 6 уже. Уже 6. Так. Ай, зря я прыгнул сейчас. Хера себе. Надеюсь, что. Ух ты, ни хрена себе. Вот это я удачно зашел. О, вот это я удачно зашел. Мешочек, отлично. Так, двери оставляем открыты, где были, короче, да? Стой, по-моему, идет сюда кто-то. Нет? Где-то рядом ходит. Что это? Кто это? Стой, сюда нельзя. Яха. Жесть. Ни хрена себе, где я так вот остался, это загрузился. Так, ладно. Здесь мы пройдем пока. Да не будем суваться. Берем здесь. Так, быстро, быстро. Выходит он откуда? Выходит он откуда-то оттуда. Ждем. Сохранимся. Блях, тут светит. Сюда не идет. О, я походу в тень встал какую-то, нашел какую-то тень. Идет, смотри. Так, я сохранюсь. Немножко вперед. И хоп. Отлично. Подвижи здесь. Отдохни. Так, окей, хорошо. Идем дальше. Так. Стрелы. Зачем мне эти стрелы? Мне эти стрелы вообще подавно не нужны. Вообще не нужны. Ух ты.
Ой, я могу потушить так даже. Без воды. Так. А вот это блюдечко чё? Это блюдечко... Блях, он так кидает их. Могут остановиться поесть. О, это кухня. Давай пожрем. Давай пожрем. Остановиться поесть. Ах, да, кстати, мне надо поесть, потому что у меня... Да. Мне надо поесть, потому что у меня... Жизни вообще что-то... Не ахти морковку. А и все, что ли? Так, ладно. Смотри, здесь много сыра. Яблоки. Морковки, огурцы. И все, да? Здесь что, нет, ничего. Так, а там. Окей. Я съем все. Не обосраться, главное. Отлично. Ну хотя бы вот так вот восстановить жизни. В принципе. Там смотри, какие-то ворота. Окей. Так, мы не были где? А, мы в этих дверях были. Здесь мы прошли. Мы не были еще там, где ковер. Так, ну туда вернемся. Давай-ка здесь. Бля. Ничего не делается. Может ударить, нет? Смотри, молот. Это какое-то, что ли, священное место, что ли? Дверь не открывается. Может это какая-нибудь загадка быть? Ну, окей. Ну тогда идем, где этот ковер? Туда. Сюда. Наверное, здесь они проводят время. Будет время, окей, хорошо. Так, я сохранился? Да. Кто-то есть. Тихо, тихо, тихо. Ага. Один ходит, да? Да. А вот этой штукой я, наверное, могу его привлечь, нет? Давай сюда иди. Давай, давай, иди сюда. Я понял, этими штуками можно, короче, так вот... Это... Привлекать внимание, короче, и... Врубать их. Ништяк. Так, лево или вправо? Ты, опа, там кто-то стоит, смотри. Так, окей, ладно, пойдем сюда. А, тут без разницы, с какой стороны. Ищет того, кто украл у него кинжал, сделанный не нашими кузнецами. Постыдился бы он заказывать кинжалы на стороне. Нет у него совести. Конечно, он уже чувствует себя неудобно. Теперь ему нечем резать мясо. Ха, так ему и надо. Кажется, я что-то видел. Так, их там двое. Один. Я сейчас, короче, это... Ну-ка, привлеку внимание вот этой штукой. Вот это сохранится, короче. Так. Подойди поближе, я тебя себя.
прячешься, а? Теперь надо как-то это... От меня к тебе. Так, это один кто-то тут? А где второй? И второй пошел в сторону. Где этот... Ко мне, братья мои, здесь чужак. Хорошо. Криво, но хорошо. Ладно. Ты вообще смотри, какой-то, бляха, не знаю. Прекратите игры ради создателя. Кто это сделал? Ух ты, мать твою, ты ни хрена себе, ты видал, что у него? Думаешь, ты достал меня? Смотри, 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 что делает. Ты должен быть посильнее, чтобы достать меня. Какие-то колдуны? Колдун. Создатель приведет меня к тебе. Давай сюда иди. Я сейчас тебя приведу к создателю. Труп. Убийство. Просыпайтесь. Убийство. Куда побежал? Последний раз. Вечно прятаться не будешь. Он там пошумел. Не сюда иди. Где он прячется? Тебе не уйти, должен быть посильнее. Да в смысле? Ты потерял меня, не видишь. Приведет меня к тебе. Давай, давай. Леха какой, а? Да привет, чтоб тебя! Почему так мимо все? Блюдок. Погоди, здесь еще наверх куда? Я найду тебя. Где там чашка? Еще одна. Ну где ты? Он куда-то туда ушел, что ли? Так, ладно, а как бы его так вырубить-то? Вечно прятаться не будешь. Он сюда идет. Сейчас-ка я его шлепну. Давай, давай! Иди сюда. Не убежишь, молодо создание. Да как ты меня увидел, дебил? Ты должен быть посильнее, чтобы достать меня. Думаешь, ты достал меня? Вырубись! Вырубись, у тебя мной. Есть кнопка? Ты ключ я не могу забрать. Посильнее, чтобы достать меня. Ты ничто передо мной. Собака. Так, ладно, а есть у меня эта бомба-то? Бляха, у меня и бомбы нет. Создатель приведет меня к тебе. Где он прячется? Вы ублюдок, а? Вечно прятаться не будешь. Как бы его так вырубить-то? Где еще одна чашка? Я вот... Куда она отлетела, улетела? Почему сюда не идет? Так, чтобы глаза не мозолил. Где ты, говнюк? Эхо стоит. Не убежишь, молодо создателя. Создатель приведет меня к тебе. Я могу стрелой как-то его? Вечно ты прятаться не будешь. Тебе не уйти. Как задрал-то, а?
Чё орёшь-то? Думаешь, ты достал меня? Сюда иди. Говна кусок. Вечно прятаться не будешь. Ты ничто передо мной. К оружию, сюда! Ты должен быть посильнее, чтобы достать меня. Да иди ты сюда-то уже! Мне, посильнее должен быть. На меня напали. Думаешь, ты... Да ладно, вырубил! В смысле? Я его убил? А как я его убил? Я же дубинкой бил. В смысле? Так. Что за дичь-то? Я же дубинкой бил, как я его мог убить-то? Так, ладно. Тебе не уйти. Ну вот как он меня видит? Я стою в темноте. Думаешь, ты достал меня? Ты должен быть посильнее. Да ладно. Ну как-то, хоть как-то получилось. Фу, жесть какая-то. Что-то он какой-то вообще жесткий. Так, ладно. Это берем. Тут какая-то книга еще. Когда было мне холодно, ты научил очагу и крыше. Когда было мне голодно, ты научил котлу и посуде. Когда одолевали меня враги, ты научил копью и щиту. Молот твой забивает гвоздь и держит крышу. Молот твой бьет по железу и кует котел. Молот твой в моей руке поразит врагов моих. Что это такое? Непонятно. Какое-то заклинание, наверное. Или какая-то Библия, какая-то молитва. Так, ладно, здесь еще есть наверх. Проходец. Проходится наверх, и здесь еще вон целая куча комнат. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Вот, здесь сохранимся. И продолжим уже в следующей серии. Посмотрим вот это место. И отправимся, наверное, скорее всего, уже во второй блок. Окей, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся в Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий. Всем пока.